И всем привет, мои друзья! Вы на канале SkyTop Games, и мы продолжаем путешествие вместе с нашей милой птеркой. Ну, я надеюсь, вы помните, что в первой части у нас был большой шторм, блин, который мы еле пережили. Переживали мы, по-моему, его с милым майозавром, где-то прятались под скалой. Вот. Ну, а сегодня я не знаю, друзья. Сегодня давайте, наверное, устроим для начала, наверное, я так понимаю, у нас сейчас будет вечер, да, и мы сейчас займемся вечерней рыбалкой, да, потому что птерка хочет кушать, и, кстати, попить бы тоже не мешало, ну, а потом отправимся куда-нибудь, в какое-нибудь путешествие, полетаем над островом, поехали, друзья. Так-с, давай, друг мой милый, он уже хочет, видимо, и спать у меня, и голодный. Блин, ну все, два в одном смешалось, это, конечно же, блин, очень плохо. Слушай, какой сильный ветер. Я надеюсь, не будет у нас повторения прошлого урагана. Так, друзья, нам нужна рыба. Ну что-то я ее не вижу нигде. Посмотри вниз, какие красавчики там плавают внизу. О, боже. Слушай... мне интересно поближе их рассмотреть. Я надеюсь, они меня не достанут с такого расстояния. Там у них вкусный кусочек мяса, аппетитный был, да? Так, мне нужна рыба. Мне нужна рыба, и здесь я почему-то не вижу ни одной рыбы. Одни сплошные куски гниющей плоти, мяса и больше ничего. Так, друзья, в общем, короче говоря, здесь нету рыбы, но здесь есть на берегу вкусный кусочек мяса. Наверное, сейчас мне придется отложить мою рыбалку вечернюю и, наверное, придется спуститься вниз, чтобы отведать аккуратней. Аккуратней, птера. Я не хочу твои переломы крылышек, милых. И придется нам, наверное, насытиться этим кусочком мяса. Кстати, да, усиливается, очень усиливается ветер. Давайте поедим, найдем где-нибудь воду, я не знаю. И, наверное, думаю, придется, наверное, пережидать в скором времени ночь. Ну, а что ты как мало насытился? Все, мяса больше нету, ну... Это печально, но полетели дальше. Итак, друзья, мы нашли ночлег на маленькой скале. Вот, и посмотри, здесь как будто рядом стоит ночной фонарик. Летают, в общем, светлячки, и нам с ними очень уютно и приятно. Давайте, пускай птера отоспится, и уже утром мы продолжим наше путешествие. Так, друзья, в общем, мой птера, короче говоря, выспался. Пока я спал, я услышал, блин, огромный шум. Так, подожди, огромный шум. Блин, там, похоже, драка идет. Там где-то идет драка, я хочу на это посмотреть. Ух ты, драка двух титанов, да ладно, не может быть. Ух ты, посмотри, какое красивое стадо. Ну, по-моему, Майя дралась с какой-то еще Майей. Ну, нет, ты посмотри. Ой-ой-ой, нет-нет-нет, стой-стой-стой, я ухожу. А, подожди, они гоняют... Стой, я не пойму, они гоняют Рекса? Они гоняют маленького Рекса? Они его загнали в воду. Что они пытаются сделать? Или там был маленький велик? Стой. Кого они пытаются, блин, утопить?
Кстати, по-моему, еще какой-то птера прилетел, да, посмотреть на это шоу. Так, подожди, кажется... Кажется, птеры настроены враждебно, вот эти две птерки. Так, ребята, давайте без драк. Я не это самое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нет-нет-нет, ну за что? Так, стой, 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 стой. Мне, ну, мне нужно уходить. Я не хотел ни с кем ввязываться в драку. Ребята, ребята. Не надо, пожалуйста. Так, мне нужно где-то срочно отсидеться. Лучше бы я бы не летал бы смотреть этот фестиваль, это шоу. Боже. Давайте немножко отсидимся здесь. Ох, наконец-то я восстановился. Блин, мне непонятно почему... И за кем гнались апатозавр с ориком. Блин. Так, я надеюсь, там драка уже закончилась. По-моему, орик у нас погиб. Я видел, он утонул. А куда они почапали? А, вот они. Нет, они все живы, они все живы. Все замечательно, слушай, у них хорошая тусовка здесь, я смотрю. Классно, да? Паразавр, блин. Апат и орик. Замечательно. А два птера, интересно, улетели, которые доставали меня. Я надеюсь, что да. Да уж. Это было, блин, бомбезно. И очень страшно, я тебе скажу. Мне было очень страшно. Так, подожди, там есть мясо. Мне нужно аккуратно. Мне нужно еще немножко покушать. Я так понимаю, опять у нас начинается какая-то непогода, и нужно срочно найти какое-то убежище, блин. Так, давайте немножко поедим, давайте насытимся полностью, насколько это возможно, и улетаем отсюда. Я не знаю, нужно найти какую-нибудь скалу. Так, все, отлично, улетаем. Улетаем, друзья. Полетели отсюда, ну его нафиг. Да, вообще, конечно, стрёмное место такое я себе здесь нашел. Не, ну у этих хорошая тусовка, да. Так, нам нужно закрытое место. Даже вот здесь вот, да, будет замечательно. Я думаю, вот под этой скалой посидеть немножко. О, наконец-то, птера, ты научился аккуратно, аккуратно садиться. Здесь больно открытое, мне кажется, место. Комфорт у меня не очень. Хотя нет, комфорт... Комфорт хорошо, можно здесь пока, в принципе, отсидеться, наверное, я думаю. Знаете, друзья, я вот сейчас сижу и думаю вместе со своим птерой о таком различии, как погода, непогода в Бермуде и в The Isle. И, честно говоря... Меня с моим птеркой уже начинает напрягать постоянная непогода во время моих путешествий. Нет, ну реально, это в самом деле. Так, слушай, давай-ка перелетим вон на то место, я думаю.
Ой-ой-ой, у нас, по-моему, еще летуны. У нас еще летуны, и это может быть очень опасно. Потому что заметил я, блин, здесь не все птеры, они доброжелательные. Хоть у нас здесь и единицы, но здесь, блин, каждый сам за себя. Это плохо. Я думал, мы как-то будем поддерживать друг друга. Так, по комфорту у меня вроде бы все в порядке, да? Комфорт у меня отлично. То есть от непогоды можно здесь отсидеться, блин. О, начинаются раскаты грома, молний и всего, что только может быть. Было бы, конечно, неплохо попить бы перед таким штормом. А потом уже сидеть здесь и выжидать его. Вот он такой сидит. Развалил свои перышки и на все ему плевать. Обрати внимание, как с чистого неба идет дождь. Это что, это шутка какая-то? Нет, видимо, это грибной дождь. Грибной дождь для динозавров. Замечательно. Можно потом отправиться за грибами. Классно. Даже я тут так хорошо вообще развалился. Прям, ну, мне тут нравится. Мне кайфово. Я надеюсь, мне никто не помешает здесь еще хотя бы переждать чуть-чуть, блин, непогоду. Я заметил, друзья, что такой маленький дождь на моего птеру, ну, вообще никак не действует. То есть у меня даже комфорт не тратится. Так что я подумал, можно, наверное, полетать над островом, посмотреть и, может быть, наконец-то заняться нашей рыбной ловлей. По-моему, отсюда я откуда-то начинал вылетать, нет? Или я ошибаюсь? Кстати, там, где я был, там немножко подтопило остров. А Пата и его компания, они ушли. Блин, как жаль, я не слышал и не видел вообще, ну, не увидел, вернее, всей драки. Я просто сидел там на скале и слышу такой огромный топот, и я полетел куском мяса. Потом топот стал усиливаться, и я решил посмотреть, что же там все-таки творится. Их не устроила компания какого-то хищника. Ну, ты знаешь, что меня бы тоже это не устроило? Кстати, вон там на озере. Кто у нас там, милый? Стой, давай немножко спустимся, посмотрим. Эта компания, наверное... Тихо, тихо, тихо. Аккуратно. А, у нас там Рексик плавает, смотри. У нас купается Рексик. Или он охотится за рыбой? Нет, он охотится, по-моему, за рыбой. Да, он наловил рыбы и улетел. Какой молодец. Или просто он помочил свои лапки. Давай немножко проследим за ним, да? Какой ты быстрый, слушай, ну я не успеваю за тобой. Оу, стой. У нас тут что-то намечается. У нас тут что-то намечается, по-моему. Что-то похожее на зуха вообще. Честно сказать. Нет, они не будут драться, ну.
Это что, у них такая тактика? Друзья, я стал потихоньку понимать. В общем, здесь у нас гнездятся хищники. А вот, и Рекс, он, короче, здесь типа у них главный, он тут все держит и смотрит за гнездованием Зуха. Они приносят сюда мясо с разных островков. Нет, ну а что, здесь мило, я согласен, здесь очень мило, здесь вода рядышком, и, блин, есть где спрятаться от непогоды. Давайте немножко подразним. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не так хотел, это опасно. Это очень опасно. Может заставить его выкинуть кусок мяса? Смотрите, он прячется под водой. Давайте вон того взрослого подразним. Я надеюсь, мне больно не сделают. Можно даже чуть-чуть укусить, прикусить. Давайте покусаем его. Какой у нас вредный. А смотри, подводные хищники так и ждут, когда немножко подтопит остров, да? Но не уж так, не такой уж большой дождь, шторм, чтобы затопило этот остров, и морские хищники просто выплыли на этот остров, на затопившийся. Он бежит от нас, он от нас убегает. Давайте еще чуть-чуть его укусим. Смотри, у них здесь маленькая пещерка. Слушай, воу. Я не дам тебе спокойно спать. Давайте за кончик хвоста его попробуем прикусить. Ох, как опасно. Ох, опасно. О, у нас пришел Рекс. Почему бы не пошугать Рекса чуть-чуть, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Я немножко ударился об скалу. Нет, надо заканчивать с такими маневрами. Реально, надо прекращать. Здравствуйте. Не даем спокойно поспать. Да, я вредный.
У меня не удалась рыбалка, и поэтому я хочу сегодня всем испортить день. Эх, неплохо бы было отобедать. За кем погнался Рекс? А, он собирает цветочки, я понял. Своей подружке. Ох, опасный, опасный он. Ладно, друзья, давайте на этом я, наверное, закончу эту серию. Увидимся совсем скоро. Всем пока-пока.